Полузащитник Белшины Дмитрий Рекеш признан лучшим игроком 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси. В победной домашней игре со Слуцком спортсмен провел на поле 70 минут и дважды поразил ворота соперников. Дмитрий Рекеш перешел в стан красно-черных этим летом. Игрок-воспитанник Бобруйской школы футбола. Напомним, сейчас в чемпионате пауза. 21 августа Белшина на выезде сыграет против чемпиона Брестского «Динамо».